Вы смотрите видео об отеле Канахара. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Канахара расположен в стране Мальдивы в регионе Мальдивы и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. В 150 километрах от международного аэропорта Мале, на острове Канухура в восточной части атолла Лавиани. Территория гостиницы занимает 1000 метров x 200 квадратных метров. Элегантный отель высокого класса расположен на одном из красивейших островов в 125 километрах к северо-востоку от международного аэропорта Лхавияни-Атоу. Протяженность острова 1 километр, ширина около 200 метров. Каждый, кому доведется отдохнуть здесь, по достоинству сможет оценить безукоризненный сервис и максимальный комфорт. Наряду с этим отель по праву может гордиться богатейшей природой острова, которую удалось сохранить в первозданном виде, идеальными пляжами и кристальной чистотой лагуны. Трансфер до острова осуществляется на гидросамолете, 35 минут. На территории отеля имеется 4 ресторана, 3 бара, 1 открытый бассейн, 2 теннисных корта с жестким покрытием, спа-центр, обслуживание номеров, библиотека. В номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, кондиционер сплит, мини-бар платно, сейф бесплатно, душ и ванна, фен, телефон, набор для приготовления чая и кофе, ламинат, терраса, DVD и CD-плеер, потолочный вентилятор, подключение к интернету. Номерной фонд отеля состоит из 68 бич-вилла, 62 квадратных метра спальня, гардеробная, ванная комната, душ на открытом воздухе, максимум 3 человек, 5 даблэкс-вилла, 132 квадратных метра, 2 спальни, гардеробная, 2 ванные комнаты, душ на открытом воздухе, максимум 5 человек, 2 гранд-бич-вилла, 188 квадратных метров, гостиная, обеденная зона, 2 спальни, гардеробная, межкомнатные двери, американская кухня, 2 ванные комнаты с джакузи, душ на открытом воздухе, терраса с зоной отдыха, выход на частный пляж, максимум 5 человек, 18 water villas, 125 квадратных метров, спальня, гардеробная, ванная комната, терраса с зоной отдыха, максимум 2 плюс 1 человек, 2 grand water villa, 135 квадратных метров, гостиная, спальня, гардеробная, собственный бассейн, терраса с зоной отдыха и спуском в океан, максимум 3 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть спа-салон, массаж, сауна, баня, джакузи, салон красоты. Оборудована комната для проведения переговоров, возможна организация свадебных церемоний, пикников, круизов. 2 теннисных корта, сквош, пляжный волейбол, бадминтон, настольный теннис, настольные игры, бильярд, тренажерный зал, аэробика, йога, дайвинг, виндсерфинг, катамаран, водные лыжи, парусный спорт, каноэ, водные велосипеды, снорклинг, рыбалка, прокат катеров. Для детей есть 1 бассейн, мини-клуб, возраст 4-11 лет, услуги няни платно, детское меню. В ресторане детское кресло, детская площадка, песчаная широкая чистая лагуна. Год постройки гостиницы – 2000 год, реновация в 2010 году, год, когда был сделан последний ремонт – 2005. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.